Я сетка. No, not easy. Я вода. Там, в принципе, его или с Альфером завершают, если игру найдут. Альфер, мне кажется, уже нашел. А Сэфер еще медленный. Ну, посмотрим. На компах дамажный, пиздец, около РПГ. Кто там за силу? Ну это лак. Да, жалко красных. Ну, хумам... Не, хумам обычно, если он хорошо играет, то он сразу хорошо играет. А сейчас ты здесь. Ну, с кем не бывает. Ну, Дмин бы сыграл хорошо. Да, сервер полный, кстати, 20 человек. И тут какие-то еще левые сидят. Кто такие вообще? Угу. Смотри, что это еще. Ну, то есть, если бы любой другой был за красных, даже если бы фаншайн, то как бы уже все. А вот фиг его знает. Да не, точно. Да какая разница, ты без страха, да? Он сейчас видно, что у него проблемы с запинком. Видишь? Угу.
Он просто сделал еще. Привет. Привет. Ну как, первая учебная неделя? Пиздец, ты выжила? Да, я еще завтра на работу пойду, но немножко. Ну ты герой. Не, он играл с фильмом 152. В натуре. А 150 это тяжелее. Молодчинка. Спасибо. Да у меня так сгорело от бухгалтерии, ты бы знала. Блин. Я понимаю. Это Хумам играет? Да. Что-то он как-то... А, это какие-то, ну, друзья Хумам, походу. Наверное. Он же играет там на этом, на каком-то серваке ебанутом. Там какая-то игра непонятная. И они чё? Там... Ну, короче, типа в ДРУ есть... Да. Там у тебя какой-то дом, блядь, они ходят, непонятно, что делают вообще. Какие-то очки собирают, еще что-то. Такой, знаешь, типа... Блин, на КП на Гаррис Моде смешной. Такой, типа пазла и еще чего-то, непонятно. СТФ там что-то такое. Знаю. Ну, вот. Они там играют, походу, друзья. Жалко, конечно, но... Что-то админ кальянный сегодня мажет как-то. Нормально. Ну, криво, он попал на квест. А чё Хумам подводит всех? Ну, а что он сделать может? На следующей карте надо менять его. Надо ханшайн построить. Больше некому. Не, он... как вырезаться-то, блядь? Ну, короче, современный. Светский. Ты еще с кем разговариваешь? Фаншайном. А, вижу все. Не, он не злой. Да, по-моему, он очень добрый. Ясно. Конечно. Он даже слишком добрый. Но Китти так не считает. Да какой бомбящий он, ты че, он бомбит по хану. Типа бомбит. На самом деле он не бомбит. Да. Бомбит от нее. Или будет. Ну, Вуди бывает тоже, да. Да он порой на ровном месте может просто загореться. Ну, в принципе, Эйвил тоже бомбит. А раньше вообще бомбил, пиздец. Там Эйвил убьешь случайно, а потом хейтит, блядь, неделю. Причем они даже с центром удрались ругаться иногда. Угу. Ну, в принципе, красным можно дать моральную победу, потому что при любом другом игроке.
Три фрага всего. Да, еще полугры прошло. Может все случиться. Перевернуться точнее. Ну, в принципе, Гриста тоже там не сильно лучше. Аферист, как обычно, раздает. Хоть бы они выиграли. Ты за красный болеешь? Конечно. Я болею за синих. А я за красных. А ты сметанку почему до сих пор знаешь? Ну вот потому что. Чё я должна объяснять свои какие-то симпатии каким-то игрокам? Да не, просто интересно. А, тебе, наверное, бред нравится. Или кто? Да. Линия же. Сметанку, смотри, раскусили быстро. Не, я болею за красным, потому что там, во-первых, РПГ, мама, один дамаженный. Там аферист, ну или наоборот. А в-третьих, там еще и Вуди с Гризом, это вообще клево. Ну, а с синими все понятно, там Пред, Сент, Ревил. Не. Все кого-то любишь. Да, да, да. Команда троллей, блядь. Да. Ну, на самом деле, мне вот из команды синих симпатизируют практически все, кроме преда, потому что преда я не знаю. Ну как бы по большому счету там никого не знаю. Да, но просто общался все-таки с ними побольше, чем с предом. Ну кроме Дния даже лучше там, знаешь, чем остальные. Ну этого да, хватает, в принципе. Просто ты как бы их видел, когда они уже успокоились, утихомирились и так особо ничего не делали. Точнее, можно сказать, они ничего уже не делают. Так, иногда зайду. Вуди застрочил. Да,
Хейта мало, не хватает хейта. Да. Не хватает какого-нибудь рычка выйти, что-нибудь такое. Не хватает специй, да? Да. Нет, что-то ничего, блядь, не говорит. Странно. А, он, видимо, старается, чтобы его, блядь, взяли. На пикап. Двое сетка! Двое дамажные. Господи. Не, он же полис, подлиза. Еще тот. Он со всеми дружить начинал, со мной в том числе, вот, блядь, такой добрый, пиздатый пацан. Тут просто... Я не пойму, когда на серваке сидит больше народа, они... Тут шрифт уменьшается, чтобы всех было нельзя. Блять. Это что? Что повторилось, как? Я говорю, когда на серваке сидит, допустим, 30 человек, шрифт уменьшается, чтобы все отображались в табе? Нет. Кого-то не видно, что ли? Я вообще не понимаю, о чём-то. Бля, ну смотри, сейчас на серваке 20 человек, и список как бы заполнен до конца. Дамаженный! На серваке будет 30 человек сидеть, как будут все отображаться? Блин, хороший философский вопрос. Я даже не знаю, как на него ответить. Там потеют у синих, только не я. Остальные играют по фану. Но тут все по фану играли, кроме нее. Не, ну может Вуд еще потеет. Ну, в принципе, Айфа тоже может прятать. Тоже не по фану уже. 2 минуты и 11 фрагов. Да не, не вытащит. Нет, слишком мало времени. Угу. 8 7. Изи для комбайнов. Нет, ну не изи. Изи нет никакого вообще. Они проиграли, если бы не хумал. Это точно. На своей карте, естественно. Потому что синий свою карту выиграл. Блин! 8 фрагов!